Я, кстати говоря, вспомнил сейчас, что когда Корчной только стал гроссмейстером буквально год назад, а Василий Васильевич Смыслов стал чемпионом мира, это был 1957 год, в Ленинграде у Корчного спрашивали: «Виктор, а вот как ты думаешь, как играет Смыслов?» В ответ на что Корчной говорил следующую фразу, в общем-то, типичную для него на полном серьезе. А я не знаю, я с ним не играл. Поэтому что здесь это говорит многое о характере Виктора Львовича.